распределение людей на верхи и низы в электронных сетях вполне обозначилось. Верхи – это владельцы сетевых ресурсов. Причем такие владельцы, которые могут манипулировать пользователями. Задача манипуляции была поставлена заранее теми, кто создавал эти ресурсы, кто создавал социальные сети. В них заложен инструментарий воздействия на каждого из пользователей. Там есть возможность фильтровать контент, одних авторов поддерживать, других угнетать. Причем порой незаметно для пользователей. Сейчас Facebook довольно открыто объявил о том, что все то, что противоречит политике пропаганды ложного коронавируса, ложной пандемии, будет угнетаться. И об этом сообщается, это тоже форма воздействия. Они сообщают о том, что некий размещенный материал в вашей группе является, как они выражаются, частичной ложью. Facebook сам по себе является сплошной ложью. То есть системой с заранее и тайно предусмотренными целями, а именно целями манипуляции и превращения нас в манипулируемое большинство. То есть вот в те самые низы, которые в силу недостатка средств не имеют возможности общаться напрямую, и их соблазняют общением с массой людей, которые, в общем-то, тоже находятся внизу пирамиды, которую можно было бы назвать интеллектуальной. То есть интеллектуалы вообще-то читают бумажные книги, бумажные журналы. В конце концов, бумажные газеты могут выписывать. И у них достаточно средств для этого. И желание самое главное. А низы общаются на языке подворотни. И именно это является нормой для вот этих всех социальных сетей. Для всех этих социальных сетей, где клевета, оскорбления, ложь являются просто поддерживаемым стилем общения. Клевета, ложь, оскорбления являются поддерживаемым способом общения в сети Facebook или в сети ВКонтакте или в других сетях. Недавно появились некоторые фильтры, например, в Ютубе, все-таки матерные высказывания фильтруются. И можно, они как бы в отдельную папку попадают, и там можно посмотреть, какие-то уничтожать. Но, в общем-то, подавляющее большинство всех комментариев – это либо очень низкий интеллектуальный уровень, либо просто самовыражение. Человек мечтает себя выразить на публику каким угодно способом, выругаться или написать какую-нибудь глупость, или просто написать. Это как раз удел низов. И нас склоняют к тому, чтобы именно так мы и жили. Смирились с тем, что мы низы, что нами можно манипулировать. И тех авторов, которые, вот эти скрытые, тайная группировка верхов, которая не объявляет ни своих целей, ни персонажей не выдвигает, не участвует в публичной политике, эта группировка является верхами. Очень интересные фильтры. Понятно, что все, что касается русского, русский национализм, все русские группы подавляются всюду и везде скрытыми способами. Они просто не попадают в ленты тех, кому они должны попадать. Они не попадают в рекомендуемые материалы. А некоторые вообще просто никуда, или там попадают по рейтингу куда-то вниз, и вы их никогда не увидите. Поэтому русские группы нигде в социальных сетях не растут и не становятся большими. Если за ними не стоят большие деньги, опять приходящие от тех же верхов, и если за ними не стоит вот это манипулирующее нами меньшинство. Они продвигают свои, то есть вообще все это видно, например, по монархическим группам, которые забили, вот в сети ВКонтакте я специально провел такое исследование, монархических групп просто море, но из них действительно... групп, которые существуют и которые ведут монархисты, считанные единицы. Они не существуют в реальной жизни. Но зато человек, который пытается сориентироваться в этом пространстве, находясь на уровне низов и не зная ситуации, он попадает в лапы вот этих фиктивных групп. Этих фиктивных групп, фиктивных личностей –
роботов, которые уничтожают, например, репутацию определенных авторов. То есть они пишут, просто вот заваливают разными комментариями. Воздействие в том числе, я это прекрасно вижу по массе комментариев в YouTube, которые пытаются воздействовать на меня как автора лично, чтобы я отказался от своей деятельности, то есть испытывал какие-то негативные эмоции. Ну, я уже как-то к этому привык, поэтому такая чешуя, можно сказать, наросла, толстая кожа, и меня вывести из себя очень трудно. Тем более, что я сейчас, еще раз объявляю, я принял принцип, что в Ютубе я ни с кем не вступаю в диалоги, не вступаю. Если я читаю, я все читаю, потому что я должен уничтожать, и сразу у меня не будет такого, просто там пропустил мимо. Если я вижу, что написал подлец и враг русского народа и России, я просто отправляю в бан, не отвечаю. Если я вижу комментарий, который, скажем, не оскорбляет, не содержит там клеветы и так далее, я его оставляю. Если мне понравился комментарий, я ставлю лайк под своими видеороликами. В разговоры я не вступаю, не вступаю. Кто хочет со мной связаться, под роликом есть моя почта. По почте можете меня написать. В диалоге я вступаю, если они являются содержательными. И если я разговариваю с конкретным человеком, а не со стенкой, не с роботом и не с человеком, который просто хочет возвысить себя за счет того, чтобы унизить другого. То есть напишет либо комментарий, либо ко мне письмо для того, чтобы меня унизить, себя возвысить. В любом статусе, каком угодно. Он во всем как-то лучше меня. Он может быть в чем-то лучше меня, если я это увижу, я становлюсь в позицию ученика, к чему призываю и других. Если я что-то не знаю, я спрашиваю, пытаюсь узнать. Если эта тема выходит за пределы моих интересов, я уважительно отклоняю общение на эту тему. А в сетях вот это один из методов борьбы с тем, чтобы превратиться в низы. Это исключать из общения те элементы, которые обозначают эти низы и которые внедряются в стиль общения людей, которых загоняют вот туда, в манипулируемый пул. Мы должны искать инструменты, как преодолевать вот эту враждебную нам силу владельцев сетевых ресурсов. Для меня также один из методов – это бумажные книги. Я решил, что электронные книги я больше никогда публиковать не буду. Потому что воровская система просто это украденный контент. Этим занимается там компания Litres, Ridero там, и прочие все. Там когда-то на американском ресурсе меня полностью заблокировали. Я туда с большим трудом завел там очень сложная система для того, чтобы никто больше в этом не участвовал, кроме автора. Очень сложная система. Я научился, 32 книги закачал, как только я коснулся темы Холокоста. Меня сначала так потерзали, там потребовали стереть эту книгу. Я спросил, а в чем претензии? И попытался в диалоге как-то выяснить, что к чему. Результат был: все мои книги уничтожены, мой аккаунт уничтожен. То есть масса усилий была потрачена на это. Значит, вот эти закулисные люди, анонимы, полностью все анонимное, там только фиктивные имена, не отвечают ни на один вопрос, их правила неизвестны. Они могут вывесить вам правила, по которым вы должны действовать, вы действуете по ним, но в какой-то момент оказывается, что есть еще скрытые правила, и согласно этим правилам вас просто не допускают. Компания Litres, они сами решают, публиковать им или не публиковать, хотя у них никаких таких правил в их порядке работы с пользователями нет, но они могут принципиально сказать, вот это неприемлемо. Почему? Неважно. А в Ridero там есть какой-то там юрист, на которого они ссылаются, абсолютно безграмотный человек. Неважно, что он написал, главное, он сказал, что нет, нельзя. Дальше он может обосновывать, может не обосновывать. Однажды я с ними поприпирался в этом вопросе и ушел, больше там ничего никогда публиковать не буду. А в Litres я поставил, там, по-моему, 13 книг, они все политические, они запретили, поэтому я больше там ничего не публикую. И также они требуют, чтобы я на каждую фотографию, вот у меня иллюстрированное издание, чтобы на каждую фотографию я им предоставлял права. Я им говорю, это мои фотографии, я в музеях делал эти фотографии, как я могу вам предоставить эту информацию, что мне кто справку даст, что это мои фотографии. Полный бред. Они стремятся к тому, чтобы, тоже затоптать как можно более решительно. И, естественно, они распространением моих книг не занимаются. Что там,
4-5, там, ну, 10 книг в течение месяца они продадут. Это, ну, смешно, это один раз пообедать. Вот примерно такой доход я с этого могу получить. Вот, поэтому я ориентируюсь на бумажные книги. Вот сейчас распространяю книгу «Болото 20 века». О ней предыдущие два ролика, про нее было сказано. Вот еще раз покажу эту книгу. «Болото 20 века» – толстая книга, 450 страниц, не буду повторяться. И, к слову, меня спрашивают, а что еще? Вот какие иллюстрированные книги мне запрещено публиковать, потому что, а вы докажите, что вы не верблюд. Вот, я не верблюд, вот книга «Древние Афины Аттика», тоже толстенная книга с тысячами иллюстраций, очень много схемы, там всякие фотографии из музеев, много чего. Вот вторая книга, как продолжение этой серии, «Древний Пелопоннес», тоже такая же, тоже больше 450 страниц, масса иллюстраций. Это для тех, кто хочет знать историю в ее полноте. То есть здесь масса информации, это своего рода такая энциклопедия, но с элементами оживляющими, то есть гипотезами, там, с противоречиями, о которых можно говорить в научном знании. И еще одна такая книжка готовится, я думаю, осенью она выйдет, «Древние Фракии». Вот еще книжки, которые у меня текущие книжки. Вот книжка, которую нельзя публиковать, нигде нельзя публиковать. Осталось не так много у меня ее, «Тень беса», «Евроют». Вы можете ее у меня тоже заказать. Тоже тиражи есть «Русские не россияне». И вот «Неприкаянные записки», ну, как бы записки об эпохе, тоже как-то об этой книге рассказывал. Тут много интересного, но на разные темы. Это не одна тематическая, а такой вот сборник, как бы я являюсь автором там многих книг, да, и многие темы затрагивают. Здесь в одной книге многие темы затронуты. Подробнее это, если кто-то захочет приобрести, я смогу объяснить. И вот, да, еще одна книга, которая у меня потихонечку расходится. Я ее издал для любителей боевых искусств, «Бусидо и русский путь». Здесь теория, практика, какие-то истории. Здесь есть и самоучитель по тем разделам, над которыми я думал. Здесь есть какие-то элементы философского осмысления боевых искусств. И моя собственная практика. Описание, если кому это будет интересно. И еще книги, которые у меня сохранились в некотором количестве с довольно давних времен. Вот книга Сергея Пыхтина, которая мной была выпущена. Я написал большое предисловие «Век революции, судьба и путь России». Сергея Петровича уже больше нет среди нас, но вот память о нем живет в моем сердце. И вот эта книга продолжает быть доступной. И еще книжки, вот такой диптих, можно сказать, «Осколки эпохи Путина», «Бюрократия против нации» и «Досье на режим». Вот две книжки. И совсем уже мало осталось, буквально считанные экземпляры, «Возвращение русской истории», сборник статей. Где-то треть моих статей, наверное, половина статей упомянутого мной Сергея Пыхтина и других авторов. Вот это книги, которые я могу вам предоставить на сегодняшний день. По электронной почте вы со мной можете списаться, или если в социальных сетях, то в личку пишите, не надо публично обсуждать этот вопрос. Я сообщу об условиях, когда я смогу по почте эти книги вам прислать. Это не все то, что я написал, естественно. Многие книги уже недоступны. Я не могу точно посчитать, сколько их было за мою жизнь. Точно больше 40. А если считать там совместные издания, соавторства, там сборники и так далее, там, ну, наверное, больше 60, точно не могу сказать. Ну и сейчас я вижу свою миссию в том, что все затеянные мной проекты необходимо превратить вот в такие печатные издания. И они как раз позволяют людям вырваться из состояния низов, куда их запихивают изо всех сил, чтобы они никогда не читали тексты там свыше 2-3 абзацев, чтобы они все обменивались мнениями по электронной почте отрывочными фразами, и, соответственно, их мысли становятся короткими, и размышления, то есть убивается способность к аналитическому мышлению, к
рассудочному, здравому подходу к окружающему миру и способность искать важное для себя в размышлениях других. Не отталкивать вот так, а что вы думаете по этому поводу? Все, если расхождение, значит мы расходимся навсегда уже по всем вопросам. Но у меня лично тоже есть такой как бы набор. Если человек вот себя обозначает как принадлежность низов, ну, фактически соучастник вот этой олигархической манипулятивной технологии, то я прекращаю общение тоже. Если человек настойчиво хочет быть низами, мне с ним не по пути. Я считаю, что наш путь, русских людей, это путь уничтожения чужеродных верхов и создания своих русских верхов, русской аристократии. В полном смысле слова, лучшие люди должны править государством, а худшие, которые сейчас находятся у власти, должны переместиться туда, где и положено быть худшим. За решетку, в тюрьму, в социальные ниши, из которых они не должны выползать. А если выползают, значит, соответственно, репрессивный государственный аппарат должен действовать. Мой призыв к тому, чтобы не быть низами. Слава Руси, Господи, спаси! Thank you.